Всем привет, ребятки! Вы на канале Китай ТВ. И опять у нас очередные посылочки с торговой площадочки AliExpress. Правда, не знаю, что вообще в этих посылочках. Давайте начнем вот с таких, наверное. Они мне больше почему-то интересуют. Вот, очень-очень много посылок идет, так что даже не знаю, что там. Ага, теперь уже знаю. Это у нас телефон, сюда можно засовывать, все такое. Так, шла она где-то дней 27, наверное. С продавцом не общался, ничего не могу сказать. Так, здесь у нас что еще? Кулечки. Так, здесь у нас, значит, защитная штучка такая, чтобы, не дай бог, что с ним не случилось. Ну, дошел, в принципе, в целости и сохранности. Резьба есть, все не отваливается. Ну, в принципе, нормально. Недорого, кстати, стоит. Что-то 89 центов. Самую такую более-менее недорогую нашел. И в то же время неплохое качество. Ничего не люфтит. Все нормально. Открывается, закрывается. Так что ссылочку, как всегда, дам. Заказывайте. Так, и переходим к следующей посылочке. Вот так вот интересно. Даже вот интереснее вскрывать. Не знаешь, что в этих посылках? Намного интереснее, чем вот знаешь. Ты знаешь уже и всякие вот неинтересно, вот так, мне кажется, намного интереснее. Я знаю, что здесь у нас Манапот. Ура, ребята, он пришел. Ура. Сейчас опять пойду гулять и покажу, как он действует. Камеру, наверное, вот с собой возьму, на которой снимаю все. Давай. Не томи, я тебя так долго ждал. Ты чего, а? Давай. Оставайся. Вообще недорого, кстати, брал. Что-то за 3,60, ну, $3.60. Так, вот здесь вот у нас все закручивается. Давайте вот с этой штучкой. Я же эту штучку брал специально для него. Ну, чтоб телефон, да что сюда делать. Ну и? Вот, все, в принципе, все держится. Так, вот здесь вот у нас регулируется все. Оп, упал. Вот так вот регулируется, значит. Так, ну давайте отрегулируем. Телефона не буду вставлять сейчас. Так, ну что, давайте посмотрим раздвижение ее. Она вообще очень-очень, что-то на 100 метров, что ли, ой. Ну, в общем, большая такая. Блин, у меня волнение просто, простите меня. Ну, вот такой вот моноподик, в принципе, неплохой. Тут такой шнурочек, значит, держаться. Ну, сейчас пойду вам поснимаю все, значит. Ну, в принципе, отличный. Вроде бы не люфтит. А вот здесь что-то полюфчивает. Вот здесь вот немножко. Ну, совсем немножко. Это не так страшно за такую-то цену. Вот сейчас пойду вам поснимаю. Я так вижу, вам понравилось. Понравились такие говорящие видео со мной.